Для этого трюка вам понадобится подготовка из трех карт. Дама Буби, Туз Пик и Дама Черви. Они у вас лежат сверху. Сначала вы делаете двойной подъем и держите карты вот так. Вот. Сделали двойной подъем и взяли эти две карты. Не главное, чтобы они не раздвинулись. После этого вы переворачиваете этими же картами вторую карту и накладываете ее сверху вот так. Складываете все эти карты. И теперь вам нужно забрать даму, а эти карты закрыть. Давайте еще раз. Итак, дама Буби, Туз Пик, дама Черви. Двойной подъем. Следующая карта. Сложили и забрали даму. После этого вы говорите, что вы накладываете туза. На самом деле вы сюда положили даму. И теперь вам нужно из этого положения перейти вот в это. При этом закрывая вот этот значок. То есть, чтобы зритель видел, что это якобы дама. Вы просите подать руку. И в этот момент, смотрите, у вас карта вот так расположена, вы меняете их местами. Вот так. И говорите, я положу тебе туза. В этот момент чуть-чуть нужно засветить, что это якобы дама, закрывая вот эти значки. И вот так резко ее забрать оттуда, чтобы он не увидел этот значок. После этого вы делаете брейк, подкладываете эту даму и говорите, смотри, хлоп, они поменялись местами. Это вам, кстати, как простенький вариант двух карт Монта. Новый. Итак, вы сделали это. После этого вы складываете все карты и переворачиваете. Делаете двойной подъем. Говорите, смотри, я туза уберу в середину. Убрали. После этого делаете еще один двойной подъем. И делаете вот такую сменку. Обучение есть на канале. Давайте быстренько научу. Вот, вам нужно вот так сделать, только целой рукой. Вот так. Вы говорите, смотри, туз появился здесь, следовательно, где-то в середине должна быть дама. И для зрителя вы якобы сейчас взяли туза, чтобы найти даму. Вот смотрите, мы взяли туза, на самом деле здесь уже дама. Все, что вам нужно сделать, любое место колоды ее задвинуть и вот так вот показать, что вы якобы нашли даму с помощью этого туза. Для убедительности можно будет сделать потом такое движение и показать, что реально, как будто вы сюда туза закидывали. Давайте еще раз. Итак, так, секунду, ваш двойной подъем. Туз появился здесь. Следовательно, дама должна быть где-то вот здесь. И все, все можно отдать на проверку, показать зрителю и так далее.